На заседании коллегии Генеральной прокуратуры с участием руководителей профильных министерств рассмотрено состояние законности в сфере охраны лесов. Открывая заседание, генеральный прокурор Берик Асылов подчеркнул важность данного вопроса. В Казахстане занято лесами всего почти 5% от всей территории. Пожары и неконтролируемые рубки леса на фоне низкого естественного прироста приведут к еще большему его сокращению, отметил генпрокурор. За 5 лет произошло 3000 лесных пожаров на общей площади 610 тысяч гектаров леса с ущербом порядка 30 миллиардов тенге. Генеральный прокурор также указал на снижение выявления административных и уголовных правонарушений в этой сфере и подчеркнул необходимость повышения эффективности работы по пресечению незаконных схем хищения леса. В ходе совещания был выработан ряд предложений для уполномоченных органов. Последние 2 года самыми крупными, конечно, были пожары в Кустанайской области и области Абай. В этих регионах буквально в течение 1 года уничтожено свыше 100 тысяч гектаров живого леса. Эксперты говорят, что для их восстановления нужно не менее 50-70 лет.